Фотовыставка, посвященная 20-летию Астаны, организована в Праге. Зрителям представлены порядка 20 снимков уникальных сооружений нашей столицы. Все они выполнены лучшими фотографами нашей страны. Фотовыставка, организованная посольством Казахстана в Чехии, вызвала интерес среди туристов и бизнес-кругов чешского общества. В ее рамках организована и книжная выставка. Среди представленных книг самой популярной оказалась историческая трилогия известного казахского писателя Ильяса Есенберлина «Кочевники», которая переведена на чешский язык. Отметим, книга издана на 30 языках мира общим тиражом более 3 миллионов экземпляров. Когда дружба между народом, можно строить бизнес. И когда есть дружба и бизнес, обычно оружие молчат. Поэтому мир самое главное, что я пожелаю и желаю не только казахам, да, казахскому народу, но всем нам. Это очень интересно. И это было мое первое впечатление из Астаны. Простор. Там большой простор, большое пространство. Все так умно сложилось.